Богатым на спортивные события стал уходящий 2016 год. Спортсмены Ленского района представляли его на международных соревнованиях «Дети Азии», российских и республиканских первенствах. Но только самые высокие достижения позволили выделить десятку лучших спортсменов года. Эти звания они получили на балу чемпионов. На нем побывала и съемочная группа наших коллег. Ежедневные тренировки и строгий спортивный режим позволили этим ребятам в течение года не раз восходить на победный пьедестал. Они – гордость Ленского района с почетным званием «Чемпион». И только им известно, сколько усилий было вложено в результат. Это было очень тяжело. Изнурительные тренировки, каждодневные. У нас не было, особенно перед соревновательный период, у нас нет вообще никаких выходных. Мы тренируемся иногда даже по два раза в день. Всевозможные сборы и соревновательные прикидки. Ну, удается очень тяжело, но этого того стоит. Галя – неоднократная победительница чемпионатов и спартакиад республики и всероссийских соревнований. 2016 год принес значимые победы. Свою награду на балу чемпионов она получала в числе лучшей десятки. В нее вошли не только легкоатлеты, но также боксеры, каратисты, дзюдоисты, лыжники. Особо урожайным на медали год стал для Федерации бокса и кукусинкай карате. Ленские боксеры привезли награды наивысших проб с международных игр «Дети Азии», первенств Дальнего Востока и республики. Воспитанники самой массовой федерации кёкусинкай также заявили о себе на России. Пока только как участники, но республиканские победы дают большие надежды на успех. Тренер в нас вложил, мне кажется, мы смогли это отдать ему. То, что он получил награду за нас. И нам тоже приятно, то, что нас так не забывают и тоже вручили награду. Тренерами года стали преподаватель дзюдо Аксинья Пишнаграй, тренер Федерации кёкусинкай карате Олег Долбараев и тренер-преподаватель по боксу Прокопий Петров. Наградой для них стали благодарственные письма и почетные грамоты Министерства спорта республики. За заслуги в развитии физической культуры был награжден тренер волейбольной секции Юрий Шустов. В этом году его ребята вошли в состав сборной республики на играх «Дети Азии», становились призерами на республике. Все, кто получил награды на балу чемпионов, мотивируют других спортсменов. Мы увидели наших детей и взрослых, кто неравнодушен к спорту, кто несет честь и достоинство Ленскому району, защищая его за пределами Ленского района. И тем самым мы ведем пропаганду здорового образа жизни, спорта и физической культуры. На балу отметили и тех, кто долгие годы со спортом на «ты». Эти чемпионы со стажем. Их достижения – стимул для молодежи, которая в последнее время все чаще выбирает спорт. Олеся Васева, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».